Московские школьники проверят знания химии и ОБЖ в виртуальной реальности. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, задания для диагностики учеников в новом формате разработаны Московским центром качества образования. Так, школьникам предлагают провести химические опыты в виртуальном пространстве, результатом которых должны стать химические реакции, смоделированные с высокой детализацией. Также ребятам предстоит проверить свои знания по ОБЖ. Например, школьнику необходимо как можно быстрее эвакуироваться, соблюдая технику безопасности, выбраться из задымленного помещения, а также найти максимально безопасное решение для себя и окружающих. В отчете, который система формирует автоматически, будет указано время прохождения задания, процент его выполнения и многое другое. Таким образом, технология с использованием очков виртуальной реальности позволяет персонализировать подход к обучению и повысить степень вовлеченности. На этом у меня пока все, а больше на сайте mymsk.online. До скорого!